Якутск снова станет центром крупных соревнований борцов. 16 февраля в Центре спортивной подготовки «Триумф» стартует чемпионат и первенство России по вольной борьбе среди глухих. Для взрослых чемпионат станет отборочным на Сурдолимпийские игры, которые этим летом пройдут в Турции. Сегодня сборная команды Якутии получила экипировку. На ковре сойдутся лучшие борцы страны. Это полный состав команд из Дагестана, Осетии, Бурятии, Москвы и Московской области. Рассчитываю пока на две весовые категории, 46 и 63 килограмма. Там еще ковер покажет. Потому что наши ребята в прошлом году выигрывали Россию в младших юношах. Но вот они вот в этом году уже на кадетский возраст перешли. Но мы тоже надеемся, что они должны выиграть.